Всем привет! Сейчас покажу, как сделать камуфляж по-быстрому. Понадобится вот такое вот разнотравье. На предварительно подготовленную поверхность буду наносить узор. Сначала наношу фон. А теперь наношу рисунок. И получается вот такая канитель. Осталось взбрызнуть лучком. И вот так заиграло все это новыми красками. Всем спасибо, всем мира, здоровья и денежки.